сидят, ждут командировочные. Зорочка в Краснодар хочет, а ты делишься. Ага. Маша приехала забирать. Вон. Машина пришла уже. Буду сейчас ехать. Что-то такое. Упала. Упала. Вот. Она уже второй раз так приехала. Да, да. Вот она. Упала с дивана опять. Ну, спрыгнула. Тогда орала, кричала тоже, упала, напугалась. Все, одевайся. Она может час-два сидеть, не спрыгнет никогда. А тут ты видишь, уже увидела. О, все, моя маленькая, маленькая девочка. А Алюша, ты вся в опашке. Это тоже опашка. Так, стой, дай я тебе это. Я же вот этой коврик постелил сейчас, а то вдруг упадет, думаю, хоть не на ламинат. Видишь, рада, как о тебе заботится. Что ты облизываешь? Твоя дочь, да? Ты твоя. Не холодно? Ну, да я что, пешком хожу. А, это там что, это голые ноги, блядь? Да. Что там в тепло вообще-то? Ну, все равно. Слазь давай, подруга. Слива. Я хотел ролик снять. А тут она завизжала. Все, Жорка, едешь на свою родину. Родину, на вторую родину. Там сборы идут. Все. Там еще не была суета. Все, конечно. Мирка вышла провожать. Рада первый раз едет. Посмотрит, как там Жорка. Вы ее хоть там на розовых подушках тогда снимите, ладно? Вик, да. Снимешь? Все. Кто за тобой, я Жорочка, приехала. Все, вот. Вон карета подана. Все уже. Ты думаешь, ты один поедешь, да? Маш, ты хоть там рукой помаши оттуда из-за этого. Ой, не хочу. Просто руку вытащи. Не хочу. Махни человечеству. Не хочешь? Не, не любит сниматься. Вот, вынуждена попала в кадр. А это там писк был, это Рада спрыгнула с дивана и с радости закричала, заорала, запищала. Ну, правда, немножко она так коротко, быстро раз, и все. Жор, дочкой поедешь, да? Ну что, Жорка, покажи, как ты там живешь, по Бродвею там погуляете. Парк Галицкого сходите, красивый парк. В супермаркеты поведешь Радочку. Ошейник одели на нее. Мирка провожает, напутствие дает. Как там себя вести. Она еще ни разу не была в Краснодаре, но слышала от Жорика. Он же ей рассказывал, наверное, как там живется. А Рада вот ни разу не было. Жорка, он деловой, уже бывалый. Это у него уже... Какая, Маша, у него поездка примерно уже так? Раз 50 он был в Краснодаре. Ну ты его на машине сколько примерно раз? Да я же не считаю. Бесчетное количество. Нет. Туда-сюда. Ну ладно. Маша тоже не любит сниматься, как и Виктория. Ну, это я могу себе позволить. Там я раньше тоже был такой стеснительный. Необщительный, как бы сказать, не публичный человек. А потом канал из меня сделал Александра Дока. Это вот одежда. А эту будете брать розовую или там свои? Будем. Да?
Там-то вообще-то должны свои розы. А вот эту накидочку возьмете туда. Мирка, собирай. Ну, жарко сделать. Ну, в общем, едем. Дядя Марсик выйдет провожать. Ну, я уже это не буду снимать. Там у нас на улице дождик. Смотрите, какая погода. Вон, площадь вовсю. Поэтому вот здесь вот уже сниму. Все, Радочка, веди себя там хорошо. Слушай папку. Семья. Семья. Папа, мама и дочь. Ну ладно. Надо заканчивать ролик. Основное снял. Едут. Игрушку с собой возьмите. Нашу розовую с Кавказкой. Жорка уже приготовился. Он знает, что ехать долго. А как Радочка выдержит поездку, никто не знает. Ну, буду ждать отчеты. Все. В общем, заканчиваю ролик. Все, готовы уже отъехать. Все ждут меня. Когда я выключу камеру, все начнут собираться.